Всем привет, с вами Кит Снайк. Сегодня попробуем еще разок навалить римлянам, неаполитанцам. Только на сей раз... На сей раз обойдем с правого фланга. Давай. По-моему, с правого фланга там как-то помягче. Так, Кава. Так, знаешь, Кава. Легкую Каву сюда поставим. Тяжелую. Вот сюда. А легкую, наверное, туда. Остальные за мной. Блять, дай пройду, ёпта. Так, гвардия. Куда? Остальные за мной, за мной, за мной. Сейчас попробуем как-то так сделать, чтобы не умереть сразу. Туда гвардия. Вот пошла. Вот и даже вот так сюда. Гвардия сюда, давай. Двигаемся. Кто там, блин, застрял? Кто жестко застрял? Так, гвардия. Гвардии не так уж и много у меня. Так, второй. 3 в 2, 5 в 3 в 2. Что там, блядь? Наконец-то, вот, блядь. Спутали они направление движения, но пускай выстраиваются. 3 в 2 в 3. Так, правый фланг здесь, левый фланг вот здесь. Так, правый. Куда вы, блядь? Все, пошли. 2, 4. F1. Так, правый фланг сюда, левый фланг сюда. Все, побежали. Хорошие стрелки у них. Плюс у них еще есть эти. Так, Кава. Туда. Кава. Туда-туда.
Фото вперед. Да, здесь немножко поле для маневра есть. Гвардия сюда. Правый фланг сюда. Левый фланг сюда. Пошли. Так, гвардия, блять, не стрелять на. Очень сложный бой. Пощупаем их чуть-чуть. Так, левый фланг. Давай тогда. Сюда. Правый. Так, гвардия. Пока прячемся за домом. А пехота. Вот сюда. Пехотку даже. Ну да. Пехоту вот сюда поставим, давай, для начала, для разминки. Так, левый фланг. Сюда гвардия, бегом, блин. Так, и строй 6. F1. Все, начинаем разминаться. Так, теперь. Теперь. А, начали простреливать. Так, гвардия у нас должна будет сдержать контратаку. Уходим сюда. А, вот мои. Ой, нет. 2, F6, развернуть строй и отправиться вот сюда. Так, ребят, сюда здесь. А мы тем временем пехота. Приказы стрелкам F1. F3, F1. Так, давай потихонечку. Нагнетай. Так, гвардия пока не стреляет. Нифига. Так, маневры F6. Ничего не видно. Видно, что давай. Заряжаемся. Вот так вперед чуть-чуть. И даже, наверное, вот сюда. Так, ходка есть. Теперь нам нужно захватить с собой. Так, правый фланг. Ой, блядь, легкая кава, нет. Сюда.
Сначала мы одолеваем. Потом начинается... Потом начинается какой-то ж... балаган. Ближе. Сюда давай. Ох, ёпт. Так, пехота типа наступает. Давай-ка легкую пехоту тоже сюда подтащу. Так, гвардия пока не трогает. Гвардию не трогаем. О-о-о! Снять этих ребят. Да, отсюда чуть попроще с этой стороны атаковать. Так, стоит, не стоит вылезать. Там королевские гвардейцы все-таки. Что показывает карта? У-у-у. Карта. О, хорошо, хоть в этого. Попали в гусара. Ладно, хоть не в пехотинцы. Пехотинцы нам нужны. Нихера они там атакуют. Так, очень интересно. Они как-то все в поле выбежали. Не попадаю. Да, и гренадеры стреляют, конечно, посильнее наших. Вперед. Там что-то с кавалерией у нас какая-то. Один F3, 6, 1 F3. Там кавалерии возможность атаковать.
потому что там они уже приблизились очень-очень-очень приблизились. Мне это не особо нравится. А мы тем временем с ребятами пойдем с этой стороны. Есть один. Сотни врагов осталось. Ну, посмотрим, как наши... Когда наши добегут до них. О, подбегают, смотрите. Подбегает наш кавалерист. Кто кого? Пьер Дюко. Это был, мать его, Пьер Дюко. Не, высоко взял. Вперед. Так, отлично, пехота продвигается. Блин, хорошо, что я максимально прокачиваю медицину. Есть контакт. Максимально прокачиваем медицину, мы спасаемся от... от лишних потерь. Готов. Что там у нас с кавалерия? Кавалерия подбегает. Кирасиром ветеран убил. Молодчик. Так, давай гвардию сюда. Ох ты гнида. Это был кто? Гренадер неаполитанский? Ни хрена себе. Че, у вас патроны кончились, что ли? Кончились патроны. Выдвигаем гвардию. Гвардия. F3. F1. Стрелять по готовности. Перезаряжаемся. В атаку. Так, наши там что-то подбегают. Приготовиться. Заряжай, блядь. Сволочь. Сука. Калей, помогай, блядь. Есть, блядь. На, нахуй. На. Фу, вот это были, вот это было жестко. Вот она, контратака этих королевских, как они там называются-то?
кавалеристов. Сейчас уже сам. О, нифига, откуда наши забегают. Погоди, помогу сейчас. Тюх, нифига. Так, лейб-гвардия австрийский убит. Спутники-то мои что? Есть. Ой. Отлично. Умри. Давай, гвардия, долби. Чуть-чуть осталось. Стрелков не хочу отправлять я на убой. Так, давай, гвардия, в атаку. 18 человек. О-о-о. Все в атаку. Там уже жара пошла. Отлично. Тут пара человек на укреплениях, остальные... Готов. Сколько осталось? Все, там ерунда. 8 человек, они все в поле. Фух. Это жестко. Все. Подъедаем, подъедаем. Еще сопротивляются. Хорошо, что нет подкрепления. Сейчас, последнего. Ебать. Вот это он полетел. Вот это я его отбросил. Так, ну что, последний. Вон он, да? Да, последний человек остался. Сейчас. Ава! Есть, в лоб. Итак, победа. Неаполь наш. Ой, Рим наш. А, правда, не знаю, к чему это приведет. 34 убитых, 83 раненых. Ну, хотя бы так. Спасены. Хотя бы так. Давайте. Гренадер ветеран. Эти сразу в гвардию. Что там, русские остались? Да, Павловского полка четверо. Так, что мы получили? Потертая шапка. Мушкетные патроны. Перчатки можно белые кому-нибудь отдать, кстати. Потертая шапка почетного гвардейца. Может, кому-нибудь пригодится из наших. 20 рубищей. Все остальное не надо. Кому вы желаете его даровать? Люди в восторге. Вы станете новым хозяином Рима. Рим пал под натиском ваших войск. Так, сейчас же замести здесь войска, чтобы защитить от попыток захватить его. Кроме того, вы можете оставить город себе или отдать его верному вассалу. Продолжить. Так, теперь вы владеете землей. Угу. В любом случае, назначьте кого-то из вашей команды главным советником. Именно на него лягут заботы о делах государства. Он же сможет в случае необходимости переместить ваш двор. Умения и таланты всех членов команды различны. Помните об этом во время... Время от времени может назначать новых советников. Так, давай кого-нибудь назначим. Вот я хочу Бундука назначить. Ваш новый посланник и бывает при вашем дворе в Риме. Вам следует регулярно беседовать, чтобы важные дела не накапливались. Помните, нерешенные вопросы
могут подорвать ваш авторитет. О, королевство. Так, как мы его назовем-то? Так, надо подумать. В общем, я подумал и решил, что раз я воюю всякими разными войсками с разных государств, надо назвать мое новое государство Евросоюз. Так. Управлять. Ну что вот в этом городе? Станция, тюрьма. Пиздец. Какой-то. Как-то все это слабенько, да? Как-то все это слабенько. Так. В плане гарнизона. Так. Ратуша. Давайте зайдем в ратушу. Ой, что-то мне кажется, сейчас меня бундук покидает отряд. Старая гвардия, бундук. Так, на сегодняшний день нет дел, требующих незамедлительного внимания. Так, должность маршала. Одному из моих вассалов. Фарантино, Сиена, Орте. Деревеньки. Ага. Так, я понял. Одному из моих вассалов. А вассал у меня пока непонятно, что за вассал. Так, слушай, давай-ка накажем одного чувачка. Пиздец, блядь, да что такое? Типа, что, победа, что? Фух, вот иногда вылетает и... Вот такая ерунда. Такая ерунда происходит. Так. Шляпа. С оружейником. 38 рубящий. Сбалансированная тяжелая сабля. 38 рубящий. Каленая сабля 39. 40, длина 98. Подожди, смотри-ка, что. 38 88 95. Ну давай возьмем, а это кому-нибудь подарим. 30, легкая сабля. Длина 107. Ну, длина хорошая здесь. Легкая сабля. Это каленая сабля флангового офицера образца такого-то года. Так, что бы замутить-то? Может быть, что-нибудь появляется, что-нибудь появится, может? Охотничий. Ну вот ничего не меняется, это печально прям. Так, нарезной карабин, ага, легкая сабля образца 11 года. Ладно, пусть останется. Евросоюз. О. Так, и нам нужно... Нам нужно срочно забрать крестьян. Блять, разбойники.
Блин, ну ладно. Кава пусть уходит, остальные кучи пускай бьются. Так. Фига, только саблище. Сука, сбили с коня. Умри, ёба. Ха, в пузико. Бей его. One shot, one kill. В лоб, блядь, дубин. Как тебе сабелька? С уроном 40. О, в животик. Сука, пол хп потерял. Надеюсь, прокачался. Дюко ранен. Короче, раненый. Так, управление деревней. А, ну, ребята, управление деревней. Давайте-ка лучше у меня зерно. Блин, жаль. А где мне взять новобранцев? Так. Сиена вообще там, в другом месте. Бля, идут меня долбить. Идут меня долбить. Что у нас с отрядом? Блин. Так, что интересно? Так, так, так. Низар, вы хотите получить земельный надел? Так. Покажите навыки, 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 силы. Мощный выстрел. Владение оружием. А, тройка. Фух, атлетика. Может, атлетику? Чем он у нас занимается? Обучением. Интеллект 8, харизма. Увеличивает максимальный размер отряда на 1. Нет, не так. Все-таки надо силу ему увеличить, выстрел. Так, владение щитом, атлетика. Давай атлетику. Стрельба из арбалета. Арбалет — это у нас так называется карабин. Вот тебе перчатки. 4. Вот тебе шляпа отличная. Сабля 30. Вот тебе сабелька хорошая. Ну, с мундиром пока подождем. Лаен, что-нибудь скажи. О, Лаенчик. Ловкость, интеллект. Так, интеллект дает нам. Лаен же тактику, блин, а тактику же он изучает. Атлетика. Атлетика вообще дает нам какую-нибудь скорость бега? Угу.
Владение щитом, атлетика. Подожди, отменить. Интеллект. Да, атлетика 3. Владение оружием, ждем. Мощный выстрел 3. Должно же, наверное. Блин. Владение оружием надо по-хорошему качать. Тактика. Готово. Что это там? 29 рубящий. Возьми нормальную саблю. Возьми нормальную саблю. Так. Тройка. Тройка. Здоровье 50. Но я думаю, лошадь сейчас ему не пригодится. Ой, кто там? Низар. Давай, что там у тебя? Низар у нас качается во что? В солдата, в воина, что ли? Вот ему ловкость, владение оружием, да. Атлетика отличная у него. Верховая езда. Ну, атлетику, наверное, отдать, скорость бега. Стрельбу. Скажи, там что у тебя? 25-30 колющий. На-ка, возьми. Скорость 100. Скорость 88. Нет, пусть останется. Длинная. Так, этот товарищ Низар у нас гвардеец. Алаен. Все, этих сделал. Сколько? 88. 84 человека и уже идут. Уже идут. Осадил Рим. Войти в харчевню. Может, наемники есть? Продавец книг. Плюс один к перевязке ран. Хумани фабрика. Это у меня есть. А, это я уже все читал. Конный страж. Подожди, а почему ты? Почему ты не можешь набирать, скажи мне? Так, почему, интересно, у меня конный страж не набирается? Наверное, потому что город в осаде. Путешественник, посредник, отлично. Ну, это нас не спасет. Ой. Блин, 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 блин. Давай закинем сюда. Давай закинем сюда. Егерей застрельщиков и вольтежеров, чтобы город уж не казался совсем пустым. Давай попробую ломануться в орты. Нет, блядь, смотри, что некого нанять.
Так. Гвардейский пеший стрелок. Что-то мне подсказывает, что я его... Что нам его одолеть будет очень сложно. Блин, ну хотя бы... Никакого найма. Держава королевства Неаполь не отреагировала на провокации голландская. Ну, Неаполь, конечно, Рим отняли. Отряды готовы к повышению. Давай. 84, это что? Отряд 163. У меня сейчас сколько людей-то? 145. А, уже битва. Вступить в битву. 181 на 500. Ну, ё-моё. Сюда. Четыре сюда. Так. Кава. Кава сюда, кава сюда. Не знаю, стрелки у меня есть еще или нет. Так, гвардия. Так, пехотка, пехотка. Так, пехота еще чуть назад. Так, ладно. Гвардейцы. Сюда давай, что ли? Так, приказы стрелкам F3, F1. Прям в голову. Так, вот эти вот ребята. Так, F3, F2, блин. Все, готовимся к штурму. Так, F3, F1. F1. Ну что ж.
Есть контакт. Отсадиться и отстреливаться по максимуму. Вот как кипит все. Вон там стоит чертенок. Перезаряжается. Что будет, когда у нас патроны кончатся, мне интересно. Быстрей. Кого я там завалил? Неаполитанский стрелок. Австрийский гренадер, ветеран. Ну ладно, это моя пехота. Готов. Так, гвардия стреляет, я надеюсь. Надо убирать вот этих людей. Ежей в тумане, бля. Дюко, ну ничего себе, Дюко вышел на следующий уровень. Молочек, сопротивляемся, ребят, до последнего. Это же кто такой? Сука, вот это промах. Это, ребят, промах. О, блядь, черти, сука. Держись, братва. Сейчас будет весело. Пехоту, пехоту гаси, пехоту. Потери пошли. Кому-то в пузо дал. Давай, братва, стреляйся, сопротивляйся. У нас обратного пути нет. Ох, Дюко, Дюко там вытворяет. Подожди, от кого вы идете? Ребят, от кого идете? Блять, держать позицию. Вот так надо стрелять. Все, возвращаемся на позиции. Ох, как. Пеший гренадер старой гвардии убит. Я чё, блядь, не то взял? Нет, тут бежит толпа. Лучше мне к ним туда не вылазить, а приготовиться к обороне. Ход пехоты все перебили.
валим. Ребят, нажимай, нажимай. Пока перезарядка. Еще минус. Ой, блядь, вот эта толпа. Сука, в меня целится. Пиздец. Тут нам уже, походу, не сдержать. Перебил. Потеря владения. Да. Да, короче. На этом закончим. Потом я подумаю, как быть. Все, всем пока. Всем спасибо. Всех, кто сочувствует. Про существование Евросоюза длительностью один день. Всем пока, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Всем пока.